В Ленинский район входит поселение с такими древними корнями, как Горки Ленинские. Одному из самых достопримечательных и заповедных мест исполнилось 475 лет. В этот торжественный день для жителей организовали развлекательную программу и праздничный концерт. Будто нет других забот, чем гоняться за тобой. Дети и взрослые смогли принять участие в интересных мастер-классах, посмотреть выставку прикладного искусства или почувствовать себя, например, в роли художника, а также попрыгать на батутах и сделать необычный аквагрим. Хороший праздник, море позитива, все нравится, такая компания теплая, в общем, все хорошо. Нам все очень нравится, все очень красиво, и организация была на высшем уровне. Мы здесь первый раз, и мне все очень понравилось. Вообще, замечательный концерт. По уже сложившейся традиции, в честь юбилея поселения многих жителей наградили благодарственными письмами, почетными грамотами и памятными подарками. Я хочу пожелать жителям Горок Ленинских, не только поселка, а всего поселения, мира, добра, удачи, чтобы они динамично развивались, чтобы исполнялись их мечты, чтобы все задуманное вот когда-то получилось. Я желаю, чтобы этот год для Горок Ленинских был незабываем, чтобы люди из других городов приезжали и смотрели все красивые места из Горок Ленинских и как раз делились впечатлениями своими. Счастья, радости, здоровья, не знаю, с этим веселым праздником, и чтобы каждый год праздновали как можно больше людей и были счастливы, здоровы и веселы. Теплые слова в адрес виновников торжества были не только услышаны, но и написаны самими жителями поселения. Я тоже решила поздравить с днем рождения Горки Ленинские и пожелать им процветания и благополучия. Весь день творческие коллективы и артисты радовали зрителей своими яркими выступлениями. А вечером, когда уже солнце зашло за горизонт, началась праздничная дискотека. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.